Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С января по август этого года сотрудники ДПС задержали на дорогах Кировской области 4136 водителей, которые прошли тест на алкоголь с положительным результатом, либо отказались от освидетельствования. Получается, что в среднем каждый день автоинспекторы ловили примерно по 17 нетрезвых шоферов. 560 граждан, по данным регионального управления ГИБДД, сели за руль под шофе повторно. Больше половины из них суды уже приговорили к уголовному наказанию. В основном это обязательные работы плюс лишение прав. 43 человека отправлены за решетку на срок от 4 месяцев до 2 лет. Трасса 101. Правительство страны поддержало инициативу МВД касаемо того, чтобы наказывать нарушителей ПДД на основании любительской видеозаписи. Полиция в данном случае не будет обязана доказывать правонарушение, искать виновника и свидетеля, оформлять документы и так далее. Единственное требование к заявителю, сделавшему видеозапись, — регистрация на портале госуслуг. Трасса 101. Работники киноиндустрии озадачены. МВД и Минкульт, сообщает издание «За рулем», попросили их не снимать фильмы, где есть сцены нарушения правил дорожного движения. Якобы это заставит водителей и пешеходов вести себя на дороге законопослушно. Во что это выльется, эксперты пока прогнозировать не берутся. Возможно, к примеру, кадры погони начнут замазывать, как замазывают сигареты в руках актеров. Трасса 101. Mitsubishi ASX вернулся в Россию. Минимальная стоимость обновленного кроссовера – 1 миллион 99 тысяч рублей. Двигатель объемом 1,6, мощностью 117 лошадиных сил, либо объемом 2 литра с отдачей 150 лошадей. Трансмиссия, механика или вариатор. Отмечу, что несколько дней назад было объявлено о масштабном отзыве Mitsubishi ASX, выпущенных с середины лета 2010 по начало 2016 годов. Причина – возможная неисправность мотора стеклоочистителя. Через 3 года почти каждая вторая модель, выпускаемая компанией Ford, получит электрическую модификацию. Примерно в то же время фирма начнет производство компактного кроссовера на электротяге, который способен будет проехать без подзарядки 1500 километров. К 2030 году Ford собирается предоставить каждому покупателю возможность выбора – обычный двигатель с ДВС или его зеленая версия. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.